Уважаемые коллеги, добрый день. Слышно ли, видно меня? Прошу, пожалуйста, ответить мне в чате. Спасибо, Оксана. Спасибо, Ольга. Ну, вижу, все замечательно. Как ваше настроение? Надеюсь, все хорошо. Готовы ли уделить нам один час, послушать очень интересную информацию про Абу-Даби? Спасибо, все замечательно. Вот хорошо. Есть ли у нас тут посетители из Москвы? Вот у нас просто такая замечательная погода. Наконец-таки в Москву пришла зима, которую так долго ждали. Замечательная погода. Солнышко светит, снежок, минус 5. Все очень замечательно. Вот. Ну, тема нашего сегодняшнего, конечно, вебинара будет про Объединенные Арабские Эмираты. Там немного пожарче, вот, посолнечнее. Как мне коллеги сказали, сейчас там плюс 28 градусов, что достаточно тепло, водичка хорошая, теплая. Вот сейчас буквально секунд 10-15 дождемся остальных гостей, и вот ровно в час дня мы начнем нашу презентацию. Да. Ну, в Ржеве, да, тоже, скорее всего, зима, но просто, честно скажу, в Москве ее очень-очень долго ее ждали. Что дикая редкость, 23 января, и только впервые, наверное, настоящий снег выпал, который задержался больше, чем на полчаса, на час. Вот. Это большая была неожиданность для нас. Итак, коллеги, ну, я думаю, время час, все у нас в сборе, пора начинать. Позвольте еще раз представиться. Меня зовут Максим, представитель компании «Эфрита» в странах СНГ, в России. Вот, тема нашего сегодняшнего вебинара – как создать программу тура в Абу-Даби, чтобы клиенты сказали «Вау!» Лайфхаки и советы профессионалов. Довольно-таки интересная программа будет сегодня, насыщенная. Позвольте, кратко расскажу, о чем будет наш вебинар. Ну, во-первых, хотелось бы вам сначала вас познакомить с нашей платформой efrita.travel. Расскажу, как бронировать отели, как бронировать туры. Также у нас будут сегодня два представителя отеля, которые нам расскажут про свои программы, про свои отели. Это непосредственно Zain Orai и Ratana Sediad. И, конечно же, сегодня выступит наш гид компании Faston и расскажет про остров, про острова Абу-Даби, как действительно сделать тур безумно интересным, безумно красивым. Итак, давайте начнем про нашу компанию Efrita, про наш холдинг Efrita. Что это такое? Это огромнейший холдинг, который на данный момент объединяет в себе DMC по нескольким направлениям, таким как Объединенные Арабские Эмираты, Грузия, Армения, Беларусь и Россия. Мы специализируемся по большей части по работе с VIP-клиентами. Почему с VIP-клиентами? Потому что, да, у нас опыт в туризме более 25 лет, и это основной наш конек. Мы действительно делаем сервис незабываемым, делаем все для того, чтобы у ваших туристов сложилось очень хорошее впечатление. И делаем все для того, чтобы они к вам возвращались еще не раз. А также мы регулярно внедряем современные технологии и современные интерпретации в наш холдинг. Для более удобной работы с нами мы ввели специализированную платформу Efrita.travel. Что это за платформа? Это система онлайн-бронирования, которая мгновенно отображает самые актуальные предложения. Мы регулярно подтверждаем номера ключевых цепочек отелей, даже в том случае, если у других операторов они закончились по контрактным ценам. Мы обязательно найдем для вас номера. А мгновенное подтверждение. Комиссия выше рыночной. Различные способы оплаты. Да, мы над этим тоже очень много работали, поэтому оплатить вы можете многими-многими способами, даже в том числе и напрямую в отель. Ну и, конечно же, пошлительные программы и акции от ведущих отелей. Со всеми этими новостями и пошлительными акциями вы можете ознакомиться в нашей группе Efrita Travel на Фейсбуке и непосредственно в Телеграме, в нашем чате Efrita Travel. Я очень прошу, для того, чтобы действительно вам было удобно работать, чтобы вы видели все наши актуальные предложения, чтобы действительно сразу могли видеть вашу комиссию, вам надо зарегистрироваться на нашей платформе Efrita.travel. Только после регистрации вам откроются все возможности. Также вы на нашей платформе можете подписаться на нашу новостную рассылку, чтобы быть в теме всех последних новостей. Не пропустить ни одного вебинара, ни одной акции, ни одной пошлительной... ни одного бонуса от отеля. А также, как я сказал, следите за нашими соцсетями на Фейсбуке efrita.travel
и связываться с нашими сотрудниками напрямую в Telegram. Я нахожусь там тоже, говорю, 24 часа в сутки и в любой момент отвечу на любой ваш интересующий вопрос. Ну и, конечно, не забывайте участвовать в наших розыгрышах и акциях. Буквально пару слов я расскажу про нашу принимающую сторону в Объединенных Арабских Эмиратах, потому что наш вебинар сегодня посвящен именно Абу-Даби. Это компания Fasten. Это действительно многолетний опыт работы с разными направлениями. Это помощь при выборе подходящего отеля для ваших клиентов. Даже если у вас возникают какие-то вопросы, вы можете всегда с нами связаться, и мы поможем сделать выбор тот, который действительно устроит вашего клиента. Мы предоставляем полный спектр консьерж-услуг. И, конечно же, помогаем сделать организацию любых вечеринок, трансферов, забронировать рестораны, спа-центры, билеты в аквапарке, разнообразные экскурсии. Действительно, это все то, что мы делаем. Ну и, конечно, самое интересное то, что мы делаем, это выполняем самые сложные запросы и ваши пожелания. Это действительно наш конек, вы можете убедиться в этом сами, отправив нам самого своего VIP-туриста. И обязательно все будет исполнено на высшем уровне. Это я вам гарантирую. Ну, а пока у нас время, чтобы долго не отнимать время, действительно перейти на самое интересное, я буквально хочу уделить 5 минут и показать, как работает наша платформа. Я сейчас переключусь на рабочий стол и прошу мне в чате ответить, видно ли его будет или нет. Буквально одну секундочку. Вот подскажите, рабочий стол мой видно? Буквально плюсик поставьте. Да, спасибо большое. Итак, для того, чтобы забронировать отели либо турпакеты, вам достаточно зайти на нашу платформу frita.travel, на главную страницу, и обратите в правом верхнем углу, у нас открыт личный кабинет. В данный момент я зарегистрировался. Если вы уже зарегистрированы, вам нужно будет просто войти под вашим логином и паролем. Если регистрацию вы еще не проходили, пройдите ее, буквально займет у вас 3 минуты, никаких сложностей в этом нет. Как только вы пройдете регистрацию, опять же, вы сможете видеть все актуальные предложения. И я хотел бы показать буквально на одном примере, как сбронируются у нас отели. Выбираем, простите, главную страницу. Выбираем страну Объединенные Арабские Эмираты. Выбираем отель. Ну, давайте сегодня у нас в программе будет Асадиат Ротана. Давайте посмотрим пример на Ротане. Вводим название. Сейчас буквально одну секундочку. Вот, выбираем Ротану, ставим дату заезда. Обратите внимание, здесь, когда вы ставите дату заезда, это именно дата заезда и дата выезда туриста. Допустим, поставим с 26 февраля по 29. Выбираем количество гостей, обязательно ставим гражданство и нажимаем поиск. В этот момент у нас появляется самое актуальное предложение. Во-первых, вы сразу видите картинки отеля, можете показать туристу. Чуть ниже мы видим всю информацию, можем нажимать об отеле. Опускаемся чуть ниже, смотрим удобства, рестораны, бары, то есть вся актуальная информация. Возвращаемся снова к номерам и видим все доступные номера. То есть классическая комната, делюкс комната, премиум и сивью комната. Вот, и видим цены. И сразу же мы видим момент штрафов. То есть на данный момент вы можете забронировать с бесплатной отменой до 21 февраля. Давайте небольшой пример посмотрим на завтраках. Значит, вы видите цену 821 доллар. Это цена за номер за 3 ночи. Нажав на восклицательный знак, вы сразу же видите свою комиссию. В данном случае она составляет 82 доллара. То есть к оплате у вас получается 738. Нажимаем кнопочку «Забронировать». А дальше все очень просто. Выбираем гостей. Ну, давайте пример приема Иванов. Иван, Смирнова, Екатерина. Детали за... И дальше, если у вас есть пожелания, вы обязательно их указываете. Например, нам нужен трансфер. И нажимаем кнопочку «Оформить заказ». А после этого мы сразу видим информацию о заказе, название отеля, непосредственно дату заезда 24 февраля по 29 февраля, с 2 часов дня до 12, до 12 часов дня. Тип комнаты классическая, фамилия, имена туристов и штрафы при аннуляции.
То же самое открывается справа. После этого вы нажимаете кнопочку «Бронировать онлайн» и переходите уже на четвертый шаг. Вы получаете ответ о том, что ваше бронирование находится в работе. На почту вам приходит ссылка на ваш личный кабинет, и приходит подтверждение. В личном кабинете вы всегда можете запросить счет, посмотреть ситуацию с вашим бронированием, может быть, где-то внести какие-то изменения или внести дополнения, опять же, по тому же трансферу, сообщить полетные данные и так далее. Еще какую вещь бы я хотел обратить на ваше внимание, это непосредственно на нашем сайте есть кнопочка турпакеты. Но по большей части мы стараемся, когда мы выкладываем турпакеты, мы выкладываем их баннерами. Вот на данный момент у нас ближайшие праздники – это 23 февраля и 8 марта. И мы подготовили несколько пакетов непосредственно в Дубае, посвященных в Дубае и в Армении. Вот, вы можете с ними ознакомиться, нажав на кнопочки, соответственно, какой тур вас интересует, какие даты. Ну, давайте, например, я нажму на февраль месяц, узнаем поподробнее. И праздничный уикенд в Дубае. Вы видите описание непосредственно тура, видите варианты отелей, которые предлагаются. Вот, и также видите цену. Нажав на цену, вы переходите на ссылку, и у вас откроется все то, что включено в стоимость нашу. Прошу обратить внимание, если это взять Объединенные Арабские Эмираты, то обязательно во всех турах, значит, то на 4 ночи, что на 7 ночей, включен специальный ужин, включено посещение аквапарка и включен трансфер и в аэропорт Дубая групповой. Вот. И в ужин будет входить 3 сета, 1 бутылочка вина и шоу-программа. Если же туристы полетят на 7, это касается и 23 февраля, и 8 марта. Если же туристы полетят на 7 ночей, то в случае 23 февраля у них добавляются билеты на джаз-шоу, которое будет проходить в это время в Дубае. И если туристы полетят на 8 марта, у них будут добавлены посещения спа-салона для девушек. Все остальное остается все то же самое. Вот, и забронировать все тоже, рассчитываете стоимость, нажимаете кнопочку «Забронировать», все очень легко и просто. Ничего страшного в этой программе нету, она очень удобна в пользовании. И в любой момент, даже если что-то вам не нравится или что-то идет не так, вы можете оставить свой отзыв, нажав на зеленую кнопку, и мы постараемся сделать работу нашей программы еще лучше, чтобы она была удобнее именно для вас. Ну, это основное, то, что хотелось бы рассказать про программу, про нашу, поэтому я закрываю доступ. Вот, и возвращаемся к нашей презентации. Ну, а в дальнейшем давайте перейдем все-таки на самое интересное, на самое основное. И сейчас мне хотелось бы пригласить нашего гида Андрея, который непосредственно расскажет вам про острова Абу-Даби, про самые интересные изюминки, то, может быть, что вы еще ни разу не знали. Это то, чем он может поговорить. Андрей, пожалуйста. Добрый день. Коллеги, рад приветствовать вас. Про Абу-Даби можно рассказать много, но постараюсь вкратце самое главное. До недавнего времени Абу-Даби не был туристическим направлением. Это был бизнес-центр Ближнего Востока, и даже государство местное туризмом особо не занималось. До 2006 года не было даже соответствующей государственной структуры, которая регулировала бы вопросы туризма. Вот. Но все меняется. Дело в том, что еще с 80-х годов правительство Абу-Даби занимается диверсификацией своей экономики, и теперь большие деньги потекли в туризм. И это не только новые гостиницы, но это также парки, курорты и парки развлечений. Вот на них, наверное, стоит подробнее остановиться, потому что теперь в Абу-Даби есть чем заниматься. То есть, если раньше это был тихий пляжный отдых, теперь появляются новые парки развлечений, и главным районом, где все развлечения сосредоточены, это остров Яс. Все начиналось с трассы Формулы-1, которая была построена на этом острове еще с 2009 года. Вот. И в дальнейшем развивается его инфраструктура. И следующим объектом, который там открылся в 2010 году, стал парк Ferrari World. Это первый в мире тематический парк, посвященный именно скорости. Причем скорость подачи от Феррари. И, конечно, в Эмиратах не может не быть рекордов. Феррари World стал самым большим полностью кондиционированным парком. Аттракцион Формула Росса – это самая быстрая американская горка в мире. Это скорость 240 км в час. И когда слушатели, наверное, комментируют, о, я представляю, или нет,
вот в обычной жизни, если, конечно, вы не работаете пилотом истребителя, вот вы это не представляете. Вот. Самая большая петля американской гонки – это все в парке Федорево. Но на этом не остановились авторы проекта «Мелстрелер» и я. Следующим открылся аквапарк «Мелстрелер». Дальше заработал еще один парк развлечений «Warner Brothers». И буквально несколько месяцев назад открылся еще один парк «Клайм», где тоже рекорды. Самая высокая в мире горка для скалолазания, самая большая в мире аэродинамическая труба. Ну, в общем, вы понимаете, там Габи с его масштабами привык удивлять весь мир. Но не только на острове Яс можно найти интересные аттракционы. Еще один проект, который зарабатывает компания Tourism Development Investment Company, это остров Садият, что в переводе означает остров счастья. Так вот, на этом острове, кроме отелей, которые уже успешно работают, и о них, я понимаю, вы сегодня еще будете говорить, на этом острове открывается новый район, который будет называться Culture District, и это будет действительно революция в Абу-Даби, потому что впервые в истории этого региона появляются объекты культуры мирового уровня. То есть раньше ничего подобного не было даже в Дубае. Дубай, конечно, всегда был более продвинутый город в плане развлечений. Но вот в данном случае Абу-Даби сделал первый шаг. И первый из музеев, который планируется открыть, уже работает. Его уже знает значительная часть мира. Это Лувр Абу-Даби. Это действительно специалисты Лувра подготовили экспонаты из запасника французского музея и создали весьма необычную экспозицию. То есть это небольшая компактная экспозиция, которая предлагает срез творчества разных стран, разных народов, то есть путешествия и во времени, и в пространстве. То есть сравнительно проводится демонстрация экспонатов, скажем, которые были сделаны в 13 веке в Японии, а также в Союзе, что делали в этот момент в Италии, а что там ацтеки делали в этот момент в Америке. То есть это действительно интересный такой анализ развития искусства во всем мире. И это действительно весьма посещаемое место. Ну, приходили для начала, следующим планируется открыть музей Шейха Зайда, в дальнейшем музей современного искусства Соломона Гугенхайма и другие объекты. Но в очередной раз Эмираты меня удивили, казалось бы, уже будет удивлять нечем. Там же на острове Садият вскоре открывается дом авраамической семьи. На одной площадке будут стоять рядом три здания: мечеть, церковь и синагога. Таким образом, Эмираты еще раз демонстрируют миру свою толерантность. Если поставить 2019 год, вообще был назван годом толерантности в Эмиратах. Ну и в самом городе Абу-Даби тоже появляются новые объекты, причем совершенно неожиданные. С прошлого года открылся для посетителей президентский дворец. Президентский дворец, святая святых, раньше его вообще даже с улицы фотографировать нельзя было. А теперь не просто можно фотографировать, а можно зайти вовнутрь, вот, чтобы оценить все это великолепие главного зала, где проходят торжественные мероприятия. Впечатляет, конечно. И уже это стало, этот дворец президентский стал новой достопримечательностью и весьма посещаемой. Вот так что Абу-Даби теперь предлагает достаточно большой набор развлечений, кроме тех стандартных, которые были раньше. Это экскурсия по городу обзорная, это сафари, прогулка на яхте и другие. Теперь появляется много интересных объектов, и уже трудно даже в рамках, скажем, недельного тура все это охватить. Все интересно, все красиво, по-абудабски сделано. Ну, например, смотровая площадка на небоскребе Этихад Тауэрс Баджумера на высоте 300 метров находится отдельный этаж, который позволяет с высоты птичьего полета обозреть остров, причем приятно удивляет цены. Это все вам обойдется в $25, и за эти деньги еще и там чашка кофе с пирожным гостем. По сравнению с Дубаем цены, конечно, гораздо интереснее. И кроме этого развивается шопинг. Шопинг это не совсем, конечно,
экскурсионные достопримечательности, но открываются новые торговые центры, среди которых, конечно, самый крупный – это на острове Яс, торговый центр с таким же названием Яс, но самый элитный, пожалуй, галерея. Но есть и другие, более бюджетные варианты. Поэтому туры в Абу-Даби становятся интересными. Если есть какие-то вопросы, можете задавать. Мечеть. Понял. Я вижу вопрос. Мечеть по-прежнему открыта. И несмотря на то, что работает, она принимает посетителей с 2007 года, но каждый год опять там что-то новое добавляется. В частности, с прошлого года открылся новый тоннель, через который все посетители попадают прямо под землей к мечети, что очень удобно летом, когда в жаркую погоду не очень комфортно под открытым небом проходить большие расстояния. Так что мечеть открыта, опять-таки, на удивление, для посетителей всех национальностей и всех конфессий 7 дней в неделю. И мусульмане появляются там для молитвы только в пятницу днем, когда проходит главная молитва недели. Вот тогда для туристов она закрывается и откроется только после 16:30. Так что мечеть на самом деле это не столько место для молитвы, сколько музей исламской архитектуры. Красивый, интересный, доступный. Принципиально правительство не берет деньги за посещение. То есть посещение всеми туристами бесплатно. Вот все хорошо предусмотрено, и вопросы безопасности, и наличие парковок. Вот, и мечеть неизменно впечатляет всех своим великолепием. И тут дело даже не в богатстве отделки, а насколько красиво все сделано. То есть действительно дизайнеры поработали хорошо, величественно мечеть настраивает на соответствующий лад. Там все себя чувствуют по-особому. Следующий вопрос, куда можно пойти с детьми? Ну, те парки, которые я перечислил, они очень даже подходят для детей. Если в парке Феррари не на все аттракционы пустят детей, там есть ограничения, которые даже не по возрасту, а по росту определяются, то, скажем, Warner Brothers для среднего и младшего школьного возраста замечательно. Опять все достаточно хорошо оборудовано, полностью кондиционированное помещение, безопасно, красиво. Так что с детьми добро пожаловать. Так, следующий вопрос. Лувр Абу-Даби. Лувр Абу-Даби находится на острове Саадият. И это есть тот самый музей, который перевернул отношение вообще к искусству. То есть если раньше не было традиции изображения вообще природы, то есть нельзя конкурировать с Аллахом, нельзя пытаться повторить то, что уже было сделано, то вот сейчас вот высокое искусство стало доступно всем. Стоимость билета в музей $18. В общем-то, не так уж дорого. И теперь музей сделал еще один ход, отметьте, для своих туристов. Сейчас они запустили приложение, то есть на входе в музей вы можете войти в сеть Wi-Fi этого музея, она открыта бесплатно, доступна, и скачать приложение, то есть у вас будет свой бесплатный аудиогид, в том числе и с русским языком. Ну, потому что там действительно многие экспонаты, полезно было, чтобы прокомментировали специалисты. Аквапарк Яс Waterfront, по мнению туристического портала TripAdvisor, в списке 25 лучших аквапарков планеты, находится на 14-й позиции, что, на мой взгляд, это очень даже неплохой вариант. Тоже все парки новые, поэтому там применяются самые современные технологии, все здорово сделано. Далее, насчет исторических музеев. Есть одно место, которое можно порекомендовать, это Heritage Village. Впрочем, это место знают все, кто ездил в Абу-Даби, потому что работает, еще начиная с 80-х, 90-х годов.
И там есть ряд интересных экспонатов, особенно впечатляют фотографии, которые показывают вид, ну, с высоты птичьего полета, самолета снят вид на Абу-Даби в 60-е годы, где мы видим просто рыбацкую деревню. То есть становится понятно, насколько далеко ушел за эти 60 лет Абу-Даби. Вот. И это движение продолжается. Город с каждым годом становится все лучше. Каждый год открываются какие-то новые объекты, и это и парк развлечений, и гостиницы. Ну, конечно, один из классических вариантов – это экскурсия в гостиницу Emirates Palace. Ну, хотя это отель, на него стоит пойти на экскурсию, не поставить героини фильма «Секс в большом городе» именно в этом отеле останавливаясь, то есть когда надо было показать вопиющую роскошь восточную, использовали интерьеры этой гостиницы. И вход туда доступен всем желающим, то есть в последнее время там даже не надо бронировать кафе, раньше это делалось через бронировку для кафе, порядка $25 стоит чай попить. Но нынче кафе возле фонтана не надо предварительной бронировки, можно просто заходить прямо с улицы. Ну, пожалуй, большую часть наших абудабских достопримечательностей я перечислил. Но еще я боюсь просто, что моя информация будет неполной, потому что каждый год что-то новое появляется. Как я уже говорил, большие деньги вкладываются в строительство интересных отелей, которые находятся не только в самом городе Абу-Даби, но и в самом Эмирате. Так, например, сейчас круизные корабли стали заходить на остров Сирбаньяс, и из столицы предлагается трансфер и автомобилями, и самолетами на заповедный остров, который принадлежал самому шейху Заиду, где можно сделать некое подобие сафари. То есть на автомобилях вывозят, провозят по острову, где просто гуляют дикие животные. Очень интересна также поездка в музей, расположенный посреди пустыни. Правда, расстояние там немало, около 200 километров, надо проехать от столицы вглубь пустыни, в район Красных Барханов. Там находится национальный автомобильный музей. Коллекция автомобилей, которые принадлежали одному из членов правящей семьи Абу-Даби. Дело в том, что он занимался коллекционированием. Как только появлялся какая-то новая модель, какой-то эксклюзивной машины, он его покупал, некоторое время на ней ездил, а потом, когда появлялась новая, старая машина отправлялась в этот музей. И вот сейчас опять бесплатно открыт для всех желающих этот музей, содержащий более 300 эксклюзивных автомобилей. Ну, а если проехать еще дальше, то уже в сердце пустыни Рубай-Хали, это гигантская пустыня, самая крупная на Аравийском полуострове, находится отель «Амантара», который тоже предлагает развлечения. Это поездка по пустыне на верблюдах, там небольшой трекинг, сафари, пикник среди барханов и тому подобное развлечение. Просто сафари есть в Абу-Даби. Традиционные сафари предлагают многие компании. Разница только в том, что до зоны песков в Абу-Даби надо ехать около 40 минут. То есть если в Дубае 15-30 минут и вы уже в пустыне, то в Абу-Даби пустыня начинается чуть дальше, но а в целом технологии то одинаковые. То есть сафари – это отработанное уже многими десятилетиями шоу с катанием экстремальным по барханам, с танцами живота, с катанием на лыжах. Ну, в общем, все примерно одинаковое шоу, и что в Дубае, что в Абу-Даби, только что дальше ехать. Андрей, спасибо большое. Вот еще был один вопрос по поводу восточных рынков. Чуть-чуть, буквально пару слов скажите нам. Ну, дело в том, что в Абу-Даби еще в 70-е годы по приглашению шейха Заида группа европейских архитекторов разработала генеральный план застройки столицы, вот, в результате чего все, что было старое, было снесено.
То есть там не осталось этих старых уральских улочек, которые мы можем найти в Шарджа или в Дубае. Поэтому как такового старого города нет. Единственная старинная постройка, дошедшая до наших дней, это сам дворец правителя, построенный еще в 1793 году. Он был отреставрирован, восстановлен и сейчас превратился в музей. Вот. Так что рынки классические, вот как можно найти до сих пор еще в Дубае, там их нету. Но в торговых центрах, в том же Ясмон или World Trade Center, там есть уголочки, которые именно сделаны под старину, под старый рынок, стилизованные узкие такие торговые ряды. Только это можно найти. Сувениры, можно ли купить сувениры? Вот чего, а сувениров много во всех парках развлечений, в той же самой деревне наследия, во всех торговых центрах выбор громадный сувенир. То есть с этим проблем нет. Андрей, спасибо огромное за вашу небольшую презентацию, за рассказ про экскурсии, про острова, про то, чем действительно туристы могут заняться, посетив Абу-Даби. Ну, а в дальнейшем мне бы хотелось передать слово представителю отеля Зайнурай Юлии. Ну, для начала давайте мы посмотрим небольшое видео об отеле. You got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Юлия, одну минуточку, пожалуйста. Вас не слышно. Юлия, в микрофончик нажмите, пожалуйста. Да, вас не слышно. Сейчас слышите? Алло, теперь я вас не слышу. Алло. Не слышу никого. Да, вас слышу. Меня слышно. А, все, окей. Хорошо. Да, здравствуйте, коллеги. Большие технические неполадки походят. Так, ну, я являюсь представителем отеля Зайнурай Айленд. Это отдельно стоящий остров, который находится в 15 минутах езды на лодке от самого Абу-Даби. Сам остров – это 11 гектар. Довольно-таки большой остров. На этом острове находится только сам отель. Больше никаких предприятий, там ничего другого нету. Вот. На самом острове у нас, значит, находятся только виллы. У нас нету комнат, мы не продаем комнаты. По категориям вилл у нас имеется следующее. У нас имеется 32 бич-виллы. Это однокомнатные виллы. Площадь вилл 250 квадратных метров. То есть все виллы оснащены у нас своим частным бассейном и выходом на пляж прямой. Вот. Сама конфигурация виллы, да, потому что очень много вопросов на самом деле задают, именно по этим виллам, это открытая комната,
то есть, которая соединена, то есть в общей сложности это как большая студия, и в ней находится, получается, и гостиная, и кровать стоит, и, то есть как бы выход именно в ванную комнату, в туалет. Вот. Следующая по категории у нас идут beach houses и sea view houses. Beach houses – это у нас идут двухкомнатные виллы, тоже имеют свои два бассейна уже. То есть каждая комната имеет свой бассейн и прямой выход на пляж. Вот. По поводу sea view house – это тоже двухкомнатные виллы, но различие между beach house и sea view house это то, что у них нет прямого выхода на пляж, у них есть один большой бассейн, но прямого выхода на пляж нет. Ну, соответственно, и по стоимости как бы эти виллы немного дешевле. Следующая по категории у нас идет water villa. Это четырехкомнатная вилла, которая стоит на воде. У них пляжа своего нету, но имеется очень большой бассейн, в котором, в принципе, можно плавать, и джакузи. То есть четырехкомнатные виллы, в принципе, у нас, получается, вот они одни из самых больших есть. А также есть estate villa. Это следующая категория, самая большая, которая у нас имеется на острове. Эти виллы располагают 5-6 комнатами, зависит от виллы, но по цене одинаково идут. Вот, вот эти вот пятикомнатные и четырехкомнатные виллы, water villa, они все имеют частных владельцев. И мы, как отель, сдаем эти виллы, то есть на правах владельцев. Вот, то есть как бы какие-то виллы иногда свободные, какие нет. Просто иногда у нас приходят запросы, да, там, а можно ли нам посмотреть какую-то там определенную виллу. Все дело в том, что по конфигурации виллы все одинаковые, но то, что разнится, это сам дизайн вилл, потому что это на вкус и цвет самих хозяев виллы. Вот, это по виллам. Так, следующее, что имеется вообще на территории самого резорта, самого острова. В общем, у нас имеется 3 ресторана. Это международный кухонный ресторан «Франджипани», в котором мы сервируем завтрак, это буфет. Вот. Следующий ресторан – это у нас «Cooked». «Cooked» – это у нас ресторан морепродуктов и ливанской кухни. Он открыт у нас на завтрак, на обед и ужин только. И также у нас имеется ресторан мексиканской кухни, да, он открыт только на ужин. Вот. Помимо ресторанов у нас есть также два бара. Один бар называется Ginger Mermaid. Он находится на территории главного бассейна. Вот. И другой бар, и, так скажем, наверное, пляжный клуб, это Smoking Pineapple. Вот, Smoking Pineapple, то есть это один из наших, наверное, знаковых мест, который пользуется популярностью, то есть и очень как бы, знаменитые у нас, грубо говоря, фотографии идут, где у нас качели стоят в воде. Вот, помимо именно каких-то аутлетов, да, каких-то ресторанов, у нас также имеется и спа, который работает с 9 утра до 9 вечера, то есть на вкус и цвет разные там, массажи и обертывания, и пар, там, массажи там, для пары. Вот. Помимо этого у нас имеется самое последнее, что мы прибавили в отеле, это аквапарк для детей от 4 до 12 лет. Очень большой аквапарк, у нас очень большой детский клуб. Имеется на территории, поэтому это очень хорошая, то есть, опция для семьи с детьми. Дети никогда не будут скучать. Вот. Помимо этого, у нас также имеются водные виды спорта, всевозможные. Там и каяки, и у нас есть специальная машина, которая там искусственные волны делает, то есть на серфе можно кататься. Вот. И помимо этого, естественно, имеется тренажерный зал, йога для гостей, то есть это все бесправно. Ну и салон красоты тоже имеется. Вот. В принципе, это, наверное, все. Вот. Имеются ли какие-либо вопросы ко мне? До города добраться, то есть
до отеля и с отеля только на лодке, ну или на вертолете, или также лодка, вертолет или водный самолет тоже, только так. То есть, опять же, на лодке это 15 минут ехать от Абу-Даби, вот, а до Абу-Даби, то есть от того места, где лодка отходит, то есть надо добираться, ну, своим способом, не трансфером, там, на машине. Да, еще какие-то вопросы имеются? Ну, спасибо большое. Юля, спасибо. Огромное. Также бы хотелось бы еще одну вещь уточнить по поводу трансфера. Да, действительно, отель, так как расположен на острове, для того, чтобы туда добраться, в наших ценах есть отдельная строчка, равняется 150 дирхамам. Вот, это стоимость трансфера до острова. Эта стоимость берется единожды, и в течение всего своего отдыха турист может пользоваться этой лодкой каждый день. Вот, лодка ходит по расписанию в среднем где-то раз в 30-40 минут, где-то раз в час, в зависимости от времени. Вот. Ну, а на данный момент мне бы хотелось бы передать слово представителю отеля «Ротана Садиат» Ангелине. Ангелина, слышите ли вы нас? Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рада всех приветствовать сегодня. Меня зовут Ангелина, я являюсь sales executive отеля Садиат Ротана Resort & Villas. Наш великолепный курорт является самым новым и первым делюкс отелем сети Ротана. Мы открылись в марте 2018 года. В отеле находятся 327 номеров и сетов и 13 пляжных вилл. Все наши великолепные виллы расположены непосредственно на пляже Садиат, который славится своей великолепной фауной, своими дельфинами, черепахами. Также на острове водятся газель. Более того, остров Садиат является культурным регионом, на котором находится Лувр Абу-Даби, развлекательный центр Манарат Садиат, и также строятся два музея – музей Гуттенхайма и Национальный музей Шейха Заида. Что касается наших номеров. У нас имеется три типа стандартных номеров. Это номера Classic, Deluxe и Premium. Отличаются они только видом. Номера Classic имеют вид на территорию отеля, номера Deluxe – частичный вид на море или на бассейн, и номера Premium имеют прямой непосредственно вид на море. Что касается наших видов, у каждой виллы имеется свой собственный бассейн, также оборудованная кухня, и плюс на виллах предоставляются услуги дворецкого. Отличительной особенностью нашего отеля является наша уникальная концепция питания, которая называется Dine Around. Dine Around означает, что гости, которые у нас проживают на полупансионе либо полном пансионе, имеют право выбрать любой ресторан или бар на обед и на ужин. Всего у нас в отеле 7 ресторанов и бар. И напитки будут включены во время приема пищи. Это вода, это газированные напитки и это соки, в том числе соки фреш. То есть, бронируя проживание на полупансионе или полном пансионе, вы получаете своего рода пакет, в котором вы имеете право выбрать любой а-ля-карт ресторан. Помимо этого, у нас имеются услуги, которые уже включены в стоимость проживания. Во-первых, это наш шикарный, уникальный детский клуб, который называется «Пещера Аладдина». В детском клубе у нас имеются зоны для детей разного возраста. Мы принимаем деток от 0 до 16 лет. Дети до 4 лет должны быть в сопровождении родителей. У нас есть комната для малышей, в которой имеется стена для скалолазания для детей до 4 лет. Также комната для подростков с PlayStation, Xbox'ами, то есть приставками. А также имеется огромный кинотеатр и зона аквапарка, в которой есть ленивая река, 3 бассейна для маленьких деток и водная горка для детей от 5 до 10 лет. Для взрослых у нас также есть услуги, уже включенные в стоимость проживания. Во-первых, это наши теннисные корты. У нас два корта, и оборудование, и освещение мы предоставляем бесплатно. Во-вторых, это мини-гольф. Мини-гольф на 9 лунок, также с оборудованием предоставляется бесплатно. И помимо всего, есть круглосуточный спортзал, в котором сауна и паровая комната также бесплатны для всех гостей.
Это что касается наших услуг. Также в отеле имеется шикарный спа-центр Zen Spa с хамамом, с парной комнатой для процедур, с шикарными зелеными комнатами для релаксации. Вот, спа действительно заслуживает внимания. Также хотела вам рассказать о нашем клубном лаунже. Клубный лаунж Ротана находится на 4-м этаже с потрясающим видом на остров Сезье. И здесь мы подаем закуски, напитки и в вечернее время алкоголь каждый день с 6 до 8, happy hours, для гостей клубных номеров, сьютов и вилл. То есть все гости этих категорий номеров имеют право посещать клубный лаунж, который открыт с 6 утра до 12 часов ночи. В отеле есть бесплатный шаттл-бас, который возит гостей на остров Яс. Несколько раз в день он курсирует туда и обратно и отвозит гостей на остров Яс, где, естественно, находятся все развлечения, такие как Тарали парк, Яс Water World, Warner Brothers парк и также активная ночная жизнь. Сам остров Сезьят, на котором мы находимся, он предназначен, конечно же, для лучшего пляжного отдыха, для респектабельного, спокойного семейного отдыха, для пар, потому что это очень красивое место, и у нас очень много молодоженов, гостей, которые приезжают на празднование каких-то свадебных торжеств, да, делают предложения «Руки сердца» в нашем отеле. Вот поэтому остров и курорт сам действительно очень красивый и эксклюзивный. Я хочу вас всех пригласить обязательно посетить Сезьят Ротану. Вот, и также приглашайте ваших туристов, потому что я уверена, что вы обязательно к нам вернетесь еще не один раз. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, я буду рада ответить. Елена, давайте чуть-чуть буквально подождем, сейчас несколько вопросов, я вижу, уже печатают. А мне бы хотелось бы вопрос такой от себя задать по поводу шаттл-баса на остров Яс. Он идет как-то по предварительной записи или все же там свободная очередь? В принципе, мы рекомендуем записаться на шаттл-бас, но достаточно всегда свободных мест, тем более, что он курсирует около 5 раз в день, и вам просто достаточно подойти минут за 10 до отправления автобуса, и обычно там всегда возможно найти место. И еще один вопрос от меня также по поводу пляжа. Чуть-чуть можно поподробнее про пляж? Да, конечно. Сам остров Сезьят, он находится всего лишь в 10 минутах езды от центра Абу-Даби, да? Но это такой своего рода оазис. Это уникальный пляж с белым песком и бирюзовой водой, то есть это такие Мальдивы в Арабских Эмиратах. Этот пляж признан лучшим пляжем Эмиратов, и даже местные жители, они с удовольствием приезжают на уикенд проводить время со своими семьями. Вот. Вода кристально чистая, правительство охраняет этот остров, поэтому запрещены моторные виды спорта, запрещено искусственное освещение на пляже из-за черепах, которые водятся. У нас водят черепахи карета-карета, и они живут только в кристально чистой воде. Вот еще вопрос про вход. Вход в море, да, я вижу. Значит, вход в море очень пологий, очень комфортный, удобно для детей, нет совершенно никаких камней. То есть это просто белый, гладкий песок и прозрачная бирюзовая вода. А подход идет по понтону? Нет, понтона у нас нет. Это обычный, спокойный, плавный заход в воду. Волны не сильные. Обычно в первой половине дня море очень спокойное, просто ровное, да, абсолютно ровное, гладкое и прозрачное. А после обеда начинаются небольшие волны, но они не сильные. Приливов и отливов особых тоже нет. То есть море может немножко уходить, ну, буквально на 1-2 метра от силы. Коллеги, есть ли еще какие-то вопросы непосредственно по отелю? Ну, как вижу, да, никто не печатает. Ангелина, спасибо вам огромное. Спасибо. Хорошего дня. Возвращаемся к нашей презентации, коллеги. Еще какие варианты, какие возможности по отдыху в Абу-Даби, мне бы хотелось бы обратить ваше внимание. На самом деле хотелось бы обратить внимание еще на несколько отелей. Ну, во-первых, это Jumeirah Sadiyat. Ну, наверное, именно слово Jumeirah, имя Jumeirah слышали уже довольно-таки многие. Вот. Но хочу сказать так, то, что Jumeirah в Абу-Даби, это, конечно, уровень чуть-чуть послабее, но при этом, несравнимый, конечно, с Jumeirah, который находится в Дубае. Но при этом отель очень-очень-очень хорошего уровня.
А также есть еще два отеля, одни из первых, которые были построены на Садиате. Это Парк Хаят Абу-Даби и Сент Реджис Садиат. Это два отеля, которые похожи друг на друга. И, в принципе, выбор туристов идет, отталкивается от чего? То есть какие туристы привыкли к какой цепочке больше. Вот, поэтому огромной разницы между ними нету. Что касается по Риксосу, Риксос – это единственный отель, это турецкая цепочка, как мы все знаем. Вот, это единственный отель, который работает на Садиате по принципу all-inclusive. И также помимо all-inclusive, данный отель предоставляет спектр развлечений непосредственно для детей. То есть на территории отеля построен такой мини-аквапарк, мини-горки, то есть, ну, типичный турецкий стиль. Поэтому все-таки, если ваши туристы привыкли отдыхать в Анталии, в Мбилеке, то вот, пожалуйста, хорошая очень альтернатива. По алкоголю хотели бы уточнить по Ротане. Да, давайте буквально пару минут. Я думаю, наш специалист сейчас ответит. Вот. И еще раз, да, самый основной спектр, который бы хотелось обратить на острове Сидиат, это действительно пляж. То есть такого пляжа, наверное, ваши туристы не видели нигде. А он действительно находится под охраной, если мне память не изменяет, именно под охраной ЮНЕСКО. Это действительно тот пляж, куда выходят черепахи, откладывают яйца, это уже о многом говорит. То есть он безумно чистый, он кристальный. Рекомендую туристам. Но единственное, у некоторых отелей, у многих, вот за исключением непосредственно Ротаны, подход именно к песку, именно там, к тому месту, где находятся лежаки, он идет по небольшому понтону. Вот, по понтону, потому что для того, чтобы как раз-таки не вредить этому песку туда, где, куда выходят черепахи. Вот, про Ротаны, да, мы сейчас дождемся ответа непосредственно, я думаю, нам сейчас в чате напишут. Ну, а мы перейдем дальше. На самом деле у нас сегодня вебинар не очень долгий. Да, он подходит к концу. Что бы хотелось сказать еще по нашей программе. Был задан вопрос по поводу, когда было общение с гидом, почему не было меняющих слайдов. Мы на данный момент, да, по просьбе очень многих людей, постарались сделать сегодняшний вебинар именно в виде общения тет-а-тет. То есть, да, поэтому как бы невозможно предугадать каждый вопрос, поэтому мы не делали эту презентацию специальную, а старались сделать именно общение с гидом напрямую. Вот, поэтому обязательно следите за всеми нашими новостями, обращайте внимание, то, что 30 числа у нас будет очень интересный вебинар, посвященный психотипам клиентов и методам влияния. Это довольно-таки интересные вебинары, которые помогают распознать клиента, понять, что ему можно предложить и как действительно подобрать для него идеальный тур. То есть рекомендую 30 января присоединяйтесь к нам по времени, вы обязательно получите рассылку по времени начала, и также вы сможете все увидеть в нашей группе на Фейсбуке. Затем, вот буквально пока шел вебинар, мне сообщили то, что у нас подготовился еще один вебинар на 6 февраля, и он как раз-таки затронет Армению. Мы хотели бы его также устроить именно в живом общении, будет предоставлен один из лучших гидов Армении, и также 2-3 человека-представителя непосредственно отелей. Вот, рассказ будет посвящен также именно катанию на горных лыжах, скипасам и многому другому. Также хотелось бы обратить внимание на наши акции, которые проходят регулярно. Это акция «Цена недели» и «Отпуск с лакшери». Все подробности вы также можете получать, вы получаете по рассылке, если вы на нас к нам подпишетесь, и также в нашей группе. Что касается акции «Цена недели», это некоторые отели действительно предлагают нашей платформе специальные цены, которые действительно в течение недели. Это VIP-предложения с огромными-огромными скидками. Что касается отпуска лакшери, многие отели отпуск класса лакшери, многие отели предлагают нам спецпредложение, когда вы бронируете определенное количество ночей в каждом отеле, вы получаете бесплатные ночи, которыми вы можете воспользоваться на свое усмотрение. То есть либо поехать сами, либо, может быть, их также передать туристу. Да, то есть все это передается. Ну и, конечно же, пожалуйста, обращайте внимание на наши пакетные программы. На наши пакетные программы это праздничный уикенд в Дубае с 21 по 25 февраля и с 5 по 8 марта на 4 и 7 ночей. И также праздничные уикенды в Ереване, также посвященные 23 февраля
и 8 марта. Вот очень-очень интересные пакеты, в них много что интересного включено, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, смотрите и отправляйте своих туристов. Вот. Также, если у кого-то остались еще какие-то вопросы, я с радостью на них отвечу. Вот. А, по поводу выслать презентацию. Да, нашу презентацию обязательно отправим на почту. А также в рассылке мы пришлем не только презентацию, но еще и записи данного вебинара, чтобы вы могли в любой момент его пересмотреть. Это буквально в течение, я думаю, завтра, послезавтра уже все будет готово. Не понял. Так, Елена, простите, пожалуйста, по алкоголю еще хотели уточнить, по ротане. Какой именно вопрос у вас? Буквально сможете мне написать? Да, пока вы пишете, еще раз, значит, хотелось бы представиться. Меня зовут Максим Новиков, я представитель холдинга «Эфрита». Сейчас на экранах у вас есть мой номер мобильного телефона. И так, мой номер телефона, и также моя почта. Я нахожусь на связи 24 часа в сутки, а в любой момент вы сможете мне писать, звонить. И также в Телеграме, в нашем чате, нахожусь не только я, но еще наши сотрудники, менеджер отдела бронирования, менеджер по работе с агентствами, менеджер по рекламе. То есть любые вопросы вы можете им задавать. Да, Елена, ваш вопрос я передал буквально в течение сейчас нескольких секунд. Я думаю, представитель Ротаны напишет нам. Вот, а также остались ли у кого-то еще вопросы? Да, вот все, я вижу, представители отвечают, поэтому буквально в течение минутки ответ вы увидите. Также хотелось бы пожелать вам всем удачных продаж. Впереди еще новогодние праздники у нас закончились, но впереди у нас еще два не менее замечательных праздника. Это 23 февраля и 8 марта. Поэтому заходите на нашу платформу, регистрируйтесь, бронируйте и отправляйте побольше туристов. Потому что действительно работа в туризме – это то, что, как говорится, это наша судьба, и это то, что нас тянет. И приходите на наши вебинары. Еще раз напоминаю, 30 января очень-очень интересный вебинар по работе непосредственно с туристами напрямую. Как его привлечь и как создать для него подобный тур. Вот, по алкоголю, вот я вижу, Степан отвечает, поэтому... Уважаемые коллеги, если вопросов нет, то спасибо вам огромное за внимание. Я с вами прощаюсь. Если что, вон в чате присутствуют мои коллеги, вы можете продолжать задавать им вопросы, на все вопросы вы получите ответы. Спасибо огромное за внимание, надеюсь, вам было интересно, и приходите на наши следующие вебинары. До свидания.